Приветствую вас на канале Экообогрев. В этом видео мы покажем обзор и распаковку, а также краткий тест стелек с подогревом от компании Winna E-Tech. Это обогреваемые стельки, которые на пульту беспроводные, а также возможно управление ручное, если пульт каким-то образом вы забыли или потеряли. Возможны три опции от емкости аккумулятора. В данном случае у нас стельки с емкостью 1800 мАч. Нагреватель элементы расположены в пальцевой зоне вот таким вот полукругом. И они подрезные. Есть всего лишь два размера. Женский и мужской. Женский от 35 до 40, а мужской от 41 до 47. Вот. Давайте сейчас распакуем их, посмотрим, что идет в комплектации. Значит, комплектация у нас пульт управления, зарядное устройство, а также сами стельки. Значит, стельки есть также доступны в цветах. Это или красный, или черный цвет. Значит так, как они у нас подключаются? Включается они у нас пультом. Очень удобный и простой пульт, на котором есть три кнопочки управления и кнопочка включить-выключить. Если мы изначально нажмем кнопочку L, это low, низкий режим обогрева, включится, засветится один индикатор. Вот, пожалуйста, он засвечивается всего лишь на 3 секунды и выключается. Включился низкий режим обогрева. В таком режиме стельки проработают до 6 часов. Второй режим M включается medium, средний режим обогрева до 50 градусов или 122 градуса по Фаренгейту. И третий уровень High. Высокий, светится три индикатора. В таком режиме стельки проработают до 3 часов. Ну и красная кнопочка выключает стельки. Также, если пульт вы потеряли или забыли, ничего страшного, высовываете стельку. Здесь есть кнопочка, видите, да? Нажимаете на кнопочку, удерживаете ее 3 секунды. Сразу же высвечивается три индикатора. Это означает, что это максимальный режим. Еще раз нажимаем. Два индикатора средний режим, еще раз нажимаем, один индикатор минимальный режим обогрева. Ну и если нажать и подержать еще 3 секунды, стельки у нас включатся. А теперь включим на максимальный режим и протестируем наши стельки, насколько нагревается. Пока они будут нагреваться, изначально я замерю их температуру пирометром, это бесконтактный прокрасный термометр. Значит, показывает стандартную температуру стельки до обогрева 23,2 градуса. А греется у нас вот эта вот зона. Кстати, они у нас ортопедичные, антибактериальные, непромокаемые, защиты от запаха. Ну, по крайней мере, так пишет производитель. Как заряжаются стельки? Стельки заряжаются вот такой вот зарядкой на два выхода. Вот для этого их нужно подключить. Вот мы включили наши стельки. Кстати, уже чувствуется нагрев. Вот пирометром замеряем, уже есть температура. У нас 31-33, местами 33 градуса. Так, идем дальше. Значит, как нужно, как заряжать стельки, посмотрим. Включаем сеть 220 вольт. Значит, когда стельки заряжаются, у них должен включиться индикатор. Вот. Есть. Вот здесь, на этом индикаторе. Если идет заряд, индикаторы 2 светятся красным. Если стельки зарядились, тогда свечение индикатора переходит в зеленый. Так, какие характеристики стелек? Значит, время зарядки 4 часа. А батареи здесь стоят аккумуляторные по 3,7 вольта. А батарея рассчитана на 500 циклов зарядки-разрядки. На самом деле это, в принципе, очень много. Нагревательные элементы. Карбоновое волокно. Ультратонкое, современные. Это мягкий инфракрасный обогрев, который улучшает кровообращение и полезное здоровье. Стельки рассчитаны на вес до 200 кг.
Рекомендации по использованию стелек. Стельки предназначены для обычной ходьбы. Материал имеет эффект памяти, легко подстраивается под вашу стопу, есть эластичный. Какой уход за стельками? Рекомендуется протирать их, слегка смочив тряпочкой, слегка ее смочив, но стельки не рекомендуется погружать в воду. То есть их можно протирать аккуратно, но не погружать в воду и оставить высыхать при комнатной температуре. Не рекомендуется при этом стельки включать. Чтобы долго служила батарея, значит, ее нужно изначально при самом первом использовании зарядить и разрядить 3-4 раза полностью, то есть 3-4 цикла заряда-разряда. И также, если вы не используете стельки, рекомендуется литиевые аккумуляторы заряжать, ну, хотя бы один раз каждые 3 месяца. Купить эти стельки с подогревом можно в интернет-магазине ecoobogrev.com. Заказать можно с доставкой по Украине, наложенным платежом или с предоплатой, новой почтой, Time Delivery, Укрпочты и другими перевозчиками по договоренности. Цена этих стелек на данный момент колеблется на рынке от 2490 гривен до 2790 гривен в зависимости от курса валют, а также партии привоза. Если у вас остались вопросы, задавайте под видео. Пока спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.